Здравствуйте. Если вы не посещали статую колдуна в скалах, это в кавернах, то рекомендую вам это сделать. Как до нее добраться, я вам сейчас покажу. Сейчас вы видите ее место на карте, но я к ней еще не подходил. Собираете воздушный шар, на нем поднимаетесь на гору. Здесь ничего сложного. После того, как вы подниметесь на гору, вам нужно отметиться у корня Ю-И-Су-Я-Ам. Таким образом, вы откроете карту, и вам будет проще вернуться к этой статуе. После того, как вы отметитесь у корня, вас ждет небольшая стычка с группой монстров. Ее вы, я думаю, раскидаете без проблем. А затем вам нужно будет снова построить воздушный шар и подняться уже на голову статуи. После короткого диалога в магазине у этого божества будет очень много брони и оружия легендарного. Вы здесь сможете без проблем докупить какой-то недостающий аксессуар типа шапки или штанов. Это уже вторая статуя, которую я находил, этого темного бога. Первая находится в лагере около замка Хайрул. Здесь вы можете прикупить меч лютобога и так далее. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если это вам интересно. И всем пока!